Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 16 апреля 2021 года. На улице тепло. Ночью прошел дождь. Но в данный момент 12 градусов тепла. Так, сажали с вами на рассаду без земли капусту июньская. Это ранняя. После 25-го буду высаживать ее в открытый грунт. Кочаны округлые, массой килограмм, 2 килограмма. Созревание кочанов дружное. Это ультраскороспелый. Очень вкусная ранняя капусточка. Я ее выращиваю каждый год. Мне она очень нравится. Так, сеяла я капусту 8 апреля на туалетную бумагу. Бумагу туалетную я делала 5-6 слоев. Но потом, когда проросла и растет, мне пришлось немножко подсыпать земли. Почему? Потому что у меня мало света в доме. А теплицу мы никак не доделаем. Сегодня-завтра должны ее доделать. И вынесу я эту рассаду в теплицу. Выращиваю я вот ее в контейнере. Недельку она у меня где-то посидит. После 25-го начну высаживать в открытый грунт. Выращиваю я ее вот так закрыто, чтобы не испарялась влага. И ей очень-очень даже комфортно. Хочу сегодня вынести на улицу, на солнышко, прям вот в таком состоянии. Поставлю на колодец, чтобы погрело ее солнышко, не открывая. Открывать ее нельзя, потому что холодный ветер по сравнению с домом, тихо, на улице ветер, может обжечь ей листочки и солнышко. Сейчас покажу еще рассаду. Вот эта рассада у меня капусты казачок. Было 15 всего штучек. Тоже раннеспела, очень вкусная капуста. Я люблю ее. Сажала эту капусту 6-го, на 3 дня позже. И тоже туалетную бумагу. Видите, какая уже большая выросла. Просится в землю. Вот я ее вынесу на улицу тоже и подсыплю, по-видимому, земельки. Потому что она у меня начнет скоро падать. Если было бы тепло, я бы уже ее высадила бы в открытый грунт. Но рисковать не хочу. Ну и еще покажу один сорт. Вот это сейчас пойдет на улицу. И еще покажу один сорт капусты цветной. Это сорт парижанка. Белая, цветная. Плотные кочанники. Раннеспелая. Очень хороший сорт. Видите, какая красавица. Сделаем теплицу, я отнесу, конечно, ее в теплицу, буду подсыпать земельки, и она у меня будет расти. После 25-го буду постепенно высаживать в открытый грунт. Ну вот и все, мои дорогие друзья, показала я вам рассаду капусту, вырастила только пока 3 видов, и остальную тоже буду выращивать в контейнере. Где-то после 19-го буду сеять остальную. Заходите в гости, как всегда буду рада. До свидания, до новых встреч, пока!